Инцидент произошел ранним утром в минувшую субботу. Разбив дверное стекло, неизвестные ворвались внутрь одного из столичных кафе и сбили охранника. Чуть позже досталось и официанту. Я не знаю, что случилось. Получается, утром пришли, дверь разломана. Официанты, получается, уже в больницу их увезли. Официанты и охранника. Зачинщиком конфликта, как выяснилось, оказался бармен этого же заведения. По рассказам пострадавших, накануне ночью, уже после закрытия кафе, он пришел в состояние алкогольного опьянения и попросился на ночлег. Получив отказ, начал требовать выпивку. Охранник его выпроводил. На утро он вернулся, но уже не один. Мы еще спали, они дверь сломали. Бармен с отцом и дядей. Сначала меня стулом огрели. Я предлагал выйти на улицу поговорить. Смотрю, его отец взрослый человек. Я думал, должен был понимать, что к чему. Но потом меня его сын ударил, и я упал. Посыпались удары со всех сторон, и дальше я уже не очень хорошо помню. Когда очнулся, смотрю, официант рядом лежит. Их уже не было. Приехали врачи и забрали меня в больницу. В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии пострадавший был доставлен с диагнозом сотрясения мозга, ушиб грудной клетки и мягких тканей лица с множественными ранами на лице и голове. При поступлении было состояние относительно удовлетворительное, жаловался на головные боли, боли в лице, боли где раны. Мы провели обследование томограмма. На томограмме выявили перелом передней стенки гайморовой пазухи и сотрясение головного мозга. Множественные раны на лице, на голове. Ушиблены раны, наложен швы при поступлении. Первичная хирургическая обработка раны, лица, верхние, нижние губы. Все это ушито. По словам сотрудников заведения, ничего подобного прежде от бармена, напавшего на своих коллег, не наблюдалось. Каким-то образом объяснить поведение его взрослых родственников, пошедших на поводу у пьяного молодого человека, они не могут. Один из них уже задержан сотрудниками УВД Первомайского района. По факту нападения возбуждено уголовное дело. По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной статьей 234 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, то есть хулиганство. Принятыми мерами при проведении оперативно-розыскных мероприятий по данному факту задержан 51-летний житель Чуйской области ММ, ранее дважды судимый. Задержанный водворен ВВС ГУВД Бишкека. Розыск двух других участников инцидента продолжается. Личности обоих установлены. Буды Сайфрлан Камильбеков, НТС.